Следователи устанавливают обстоятельства наезда на трехлетнюю девочку в деревне Каравати Череческого района. Ребенок выбежал из-за припаркованной автолавки и попал под колеса автомобиля «Рено». Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Школьной. Автомобилем «Рено» управляла 30-летняя местная жительница. В какой-то момент она увидела, как из-за припаркованного у левой обочины дороги микроавтобуса выбегает ребенок. Водитель нажал на тормоза, но избежать наезда не удалось. Трехлетняя девочка получила травмы и была госпитализирована. На данный момент ее выписали из больницы. Установлено, что взрослые, увлеченные покупками товара в автолавке, не заметили, как со двора вышел их ребенок и стал перебегать проезжую часть. Следователями устанавливаются не только причины, но и условия, способствовавшие совершению рассматриваемого ДТП. В отношении виновного лица санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.